На AliExpress я приобрел вот такой вот мини-GPS. Показываю в упаковке для упаковки филов. В комплект поставки входит сам GPS-навигатор. Зарядное устройство, провод USB-шный и брелок. Собственно говоря, попробовав с ним поработать, я столкнулся с одной проблемой. Непонятно, как задать точку. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Потому что ни в одном видео, ни в описании, нигде я этого не нашел. Вот он прибор. Ночь, улица, небольшой фонарь, аптеки нет. Здесь три кнопки. Сейчас я покажу все важные функции этого прибора. Остальное все разберетесь, все есть в инструкции. Но именно это я искал и не нашел ни в одном видеоролике. Вот эта центральная кнопка, она прибор включает. Об этом многие говорят, и это понятно. Теперь очень хочется ночью увидеть свет. Для этого служит нижняя стрелочка. Ее надо нажать и удержать. Вот и включилась подсветка. Теперь он будет ловить спутники. Но я хотел рассказать не об этом. Самое отвратительное, что здесь есть множество точек, но нигде ни в одной инструкции не сказано, как отметить координату. То есть, как физически это сделать. Листаешь, тыркаешь, вот тут опции, компас, время, все что угодно. Но нигде нету сохранить координату. Сейчас загрузятся спутники, и я покажу, как это делается. Вот листая вверх-вниз, вы попадаете в дополнительные всяческие меню. Это пока грузится спутник, я вам кое-что расскажу. И вот, например, вы зашли в меню настройки. Хоп, нажав центральную кнопку, вы в него попадаете. Как выйти верхней и нижней кнопкой, совершенно непонятно, потому что листается и листается. Чтобы выйти, да, проверим, как там спутники поживают. Вот они, спутники, ловятся потихонечку. Нужно просто удержать верхнюю кнопку, и тогда вы вернетесь в предыдущее меню. Вот. И снова можете листать, пока еще координаты не определены. Подсветка, нижняя кнопка, ее удержание, не более того. Вот из важного. Сейчас ждем спутников и покажу, как координату засечь. Выбираем вот метку любую на свое желание. Верхней и нижней кнопкой регулируя эти номера. Вот, например, 10-я метка. Да? Выделили, сняли выделение. Дальше, вот, к сожалению, не видно, но верхняя и средняя кнопка. Хлоп. Вот она зафиксировалась. Теперь мы отсюда уходим. Сейчас через какое-то время появится... Вот показалась стрелка, которая нас возвращает к исходной точке. Так, вот, развернулись и возвращаемся. Так как радиус 10 метров, то он полагает, что мы уже пришли. Ну, мы, собственно говоря, и пришли. Еще раз попробуем уйти с этой точки. Так, ждем. Стрелочка, развернулись и возвращаемся на исходную позицию. Вот так это работает верхняя и средняя кнопка. Теперь мы можем снова их нажать, и эта точка будет уже здесь принята. Вот теперь мы можем отсюда уже идти. Вот эти вот функции я считаю самыми важными. Остальное все там понятно и просто. А именно как разобраться вот с этой отметкой координаты, я серьезно помучился, потому что ни в одном видеоролике, ни в одной инструкции толком это не объяснено. То есть работает, показывает для грибников, для леса. Вполне подходящая штуковина. То есть вот эти вот две кнопочки, верхняя и средняя. И не забудьте снять выделение на точке. Спасибо за внимание.